Я решила снять видео о посылочках, которые мне пришли недавно с Китаем, по-быстренькому, так как здесь нужная вещь, которая нам необходима, можно сказать, прямо сейчас. Смотрите, что у нас там во дворе, какой-то праздник двора творится, все машины попросили даже убрать. Итак, давайте приступим к самому главному. У меня всего есть на это 3 минуты. Так, я их разрезала, и давайте посмотрим, что у нас в этой посылке. Я вспомнила, что это такое. Это носочки. Кружевные такие носочки с бантиком сзади. Выглядят они вот так. Но тут самое существенное, можно сказать, что это вот этот бантик. А все остальное какая-то непонятная китайская сетка. Конечно, это типа довольно прикольно, наверное, должно смотреться на ноге. Но это будет для меня так лично неудобно. Но если под какие-то кедики, кроссовочки одевать, то очень даже интересно. Такие вот носочки. Они, кстати, есть разных цветов носочки, разных цветов бантики. И, в общем, кто любит такие аксессуары, то очень даже ничего. Ссылочку на эти носочки я оставлю, и вы сможете посмотреть. Может быть, даже если сейчас смогу, то на себе их продемонстрирую. И вторая посылочка, это я заказывала детские штанишки, которые нам крайне нужны сейчас в саду, так как у нас еще отопление не дали. Точнее, хотели его вроде бы как дать, но не дали до сих пор. Что-то там с трубами какие-то проблемы, и достаточно прохладно. Я заказала размер 140 на наш рост, 116 сантиметров. Сейчас смотрю на них в длину, и как бы я совсем не ошиблась. Я надеюсь, что они только нам коротки не будут. Выглядят они хорошо, они не толстые, они такие достаточно тоненькие. Ну, такой небольшой от них запах есть. Блин, хоть бы малы не были, честно говоря. 140 сантиметров реально размер. И здесь на бирке тоже написано 140. Ну, вообще на 140. На 140 это должно быть велико моему старшему сыну. А здесь я боюсь, что даже на младшую это хоть бы подошло. Вообще какие-то короткие. Блин. Я, наверное, самый большой размер, мне кажется, заказала, который там был. Заказывала такие, еще заказала синие. Оно синие пока еще не пришли. Нужно будет посмотреть. Может быть, уже где-то на подходе они есть. Не помню, одни какие-то были побольше. Эти, наверное, были побольше размером. Самым максимальным. А другие поменьше. Так вообще не знаю, подойдут или нет. А так по качеству они очень хорошенькие, мягонькие. Вообще в группе ходить самое было бы то. Сейчас будем мерить. Надеюсь, что все-таки нормально будет. Вот такие посылочки. Мне еще пришла рубашка. Я заказывала детскую рубашку. В школу ходить старшему. Тоже большого достаточно, наверное, тоже 140 размера, но там пишут, что они в размер идут. И, короче, еще ее надо получить и тоже снять. Всем пока!